Всех приветствую. Сегодня у нас на обзоре вот такой детский журнал познавательный «Шишкин лес». Он такой полуправославный. В этом номере вот, от марта он вышел, март 2019 года. И выпускает его телеканал «Радость моя». Тут главный герой Шуня, Зубок. Зубок, да? Или Коксик? Коксик. Зубок, Шуня – это передача такая есть нам. «Радости моей» для детей. «Шишкин лес» называется. Ну, что мы здесь видим? Открываем. Сразу идет информация о Великом посте. Первой седмице. Он, кстати, пришел, да, на первой седмице. Просто я его решил снять немножко позже. Тут много познавательной информации для детей. Все рассчитано для детей. Эти тут иконы святых. Вот. И Ефреб Сирин, который составил молитву. Владыка дней моих. Великопостную. Святитель Андрей, который составил канон. Так, вот тут интересная статья. Историческая. Экскурс в историю. Я с удовольствием, кстати, читаю этот журнал. Ну, тут такой тут исторический сюжет. На одной страничке. Дальше забавные тут всякие игры. Ребусы, лабиринты можно проходить. Дальше у нас опять исторические всякие интересности. Посвящено дорогам. Про разные-разные дороги сквозь горы. Вот здесь вот такая вот интересная. Ну, короче, тут надо читать. Просто так не рассказать вообще. Дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас стихи. Детские стишки. Вот как сделать открытку. Ну и что у нас еще интересное? Опять игры. Ну и как всегда, у них тут книжка. Книжку надо разрезать. И можно ее будет читать. С картинками, как дети любят, да? Почему-то тут про Деда Мороза. Не знаю, что. Надо будет ее прямо сделать. Книжка малышка называется. Тут у нас опять какой-то ребус. Много игр у них, много. Рассказ Саврасова, кстати. Врачи прилетели. А, это не рассказ Саврасова, это о картине Саврасова «Врачи прилетели». Хотел бы почитать. Такая вот здесь картинная галерея. Пинка дружба, настольная игра, как, ну, обычная, с кубиками. Так, вот интересно, про перелетных птиц, что-то здесь такое. Информация про перелетных птиц, грачи, ряист. Тут описано, почему они улетают, зачем. Тут еще сказочка про ворону. Кстати, ворона вот мультики рисует. Такой красочный журнал, красивый. Ну да, он что-то посвящен номер птицам. Если шишки какой там фитити были посвящены кошкам, то этот шишкин лес посвящен птицам больше. Ну, весна, в принципе, да. Поэтому. Так, вот такая поделка. Вряд ли будем заниматься такими поделками. Что это сложновато. Надо вшить, вязать. Ну и рассказ. Раскраску они не очень любят. Ну и дальше уже всякие рекламные паузы здесь. Вот такой журнал. Все. Рекомендую, кстати. Подписывайтесь на этот журнал. Читайте детям, читайте с детьми. Очень познавательно.